Хей-хей, с вами Слай, и сегодня я представлю вам топ-10 самых редких вещей в мире Майнкрафт. На 10-м месте нашего топа располагается золото, которое мы используем в крафте как золотых яблок и моркови, так и в крафте брони и инструментов. 9-е место нашего топа занимают музыкальные пластинки, ведь найти их можно только в данже, сокровищнице, а также получить скрипера убитого скелета. Головы мобов и игроков у нас располагаются на 8-м месте нашего топа. На 7-м месте нашего топа располагается блок замшелого булыжника, ведь его можно найти только в сокровищницах. Алмазы находятся на 6-м месте нашего топа, ведь найти их можно только выкопав около 600 блоков булыжника. Глаза эндермена на 5-м месте нашего топа. Звезда ада занимает почетное 4-е место нашего топа за свою сложность в добыче. Изумруд за свою необычайную редкость попадает в тройку лидеров и находится на 3-м месте. Второе призовое место занимает дроп самого мощного босса в игре на данный момент. Яйцо дракона также попадает в тройку самых редких предметов. Ну и, конечно же, победитель. Блок резного камня на 1-м месте данного топа. Ну и что же, на этом все. С вами был Слай. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые топы. А также не забудьте посмотреть другие видео по аннотациям на экране.